Всем привет, друзья, с вами Спикер, как всегда, и сегодня поиграем во что-то новенькое. Сегодня поиграем в новую выживалку под названием Generation Zero. Мы будем сражаться против роботов, да-да, как прям Терминатор. Будем сражаться против роботов, у нас есть новая выживалка, и посмотреть ее, конечно, хочется. Мой друг, бери вкусняшки, наш обзорчик начинается. Если будем дальше в нее играть, спускайся вниз, пиши в комментарии. Да, я буду еще смотреть, Спикер. Окейшки, мы уже начинаем и поехали. У нас есть новая игра. У нас выбор персонажа мужской, женский. А давай, конечно, мужского персонажа. А можно выбрать ему, конечно, лицо. Да, оно меняется. У нас есть цвет кожи, тоже меняется. Три цвета кожи, два цвета кожи. И также есть начальная одежда и стиль. То есть начальная одежда, потом можно одежду будет менять, если что, по ходу. Я понимаю так. А давайте посмотрим начальная одежда. Есть панк, есть хип, стиляга, ботаник. Прикольно, ботаник против боевых роботов. Бегает по локации, убивает боевых роботов с очками. Забавно смотреться будет. А что у нас есть еще? Металлист есть. А есть военный, бунтарь, панк. Все, пошел по кругу. Давай возьмем, наверное, хип хоппера и выберем какой-то стиль другой. А какой стиль? Два стиля есть. Давай в желтый. Красивенько, желтенький. Что у нас по цвет кожи? Цвет кожи какой-нибудь такой, наверное, вот такой, маленько загорелый. И персонаж, конечно, можно выбрать лицо. О, в самый раз, смотри, какой брутальный чувак, крутой. Все, начать игру, в принципе, больше никаких настроек нет, начальных настроек. Что за игра, мы сейчас посмотрим. Устраивайся поудобнее, бери попкорн, и мы уже начинаем. Поехали. Швеция, 89-й год, 14 ноября. Уже понятно, где будет все происходить. Мы находимся в Швеции, 89-й год. После войны появляются какие-то роботы. А наша задача, у нас есть подробные задачи, у нас есть какой-то большой интерфейс, у нас есть карта. Насколько огромная карта, мы сейчас глянем. О, да, тут есть где развернуться, тут есть что посмотреть, есть куда пойти, но также есть и сверху что-то. А пока доступно, возможно, это была область, которая указана. А пойдем все по порядку, посмотрим, что она из себя представляет, насколько она будет интересна, как у нас лутается, как у нас добывается ресурс, где у нас фонарик. У нас пока ничего нету, как понимаю. У нас есть интерфейс, да, у нас ни черта нету абсолютно, мы пустой. У нас есть навыки, можно их прокачивать, это реально будет здорово. Эта выживалка, в принципе, интересна, и не на один час, это точно. Так что, мой друг, спускайся вниз, пиши комментарий, да, я спикер, еще хочу от тебя что-то подобное. И я, конечно, запишу для тебя. А добыча 4, оружие 1 и предметы 1. То есть, на этой локации у нас есть то, что написали разработчики. Качели качаются. У меня нужен фонарик. Я ни черта не вижу абсолютно. Так, припасов здесь нету. Кроме дров, припасов никаких нет. Пойдем домой. У нас показаны какие-то точки. Три точки. Что-то показано. Дверь вышибли. А, это, походу, кровь. Это кровь. Это труп какой-то. Это робот какой-то. Так, забираем. У нас есть оружие. Это здорово. Но нет патронов еще. Мне нужны патрончики. Патронов у нас нету. Да, есть пистолет. Это у нас троечка. Троечка и пистолет. Единичка у нас основное оружие. Да, основное оружие. 1, 2. И троечка у нас пистолет. Мне нужны патрончики. Так, что это такое? Так, взяли. Так, что мы взяли? Я так и не понял. Нет, сзади фонарик. Так, у нас есть какие-то записки. Записки можно читать и потом идти. Возьми две аптечки. Аптечки я вижу. Мы взяли аптечки. Как их использовать? Можно, по идее, перетащить вот сюда. Можно перетащить? Да, можно перетащить. Использовать быстрый интерфейс. На четверку у нас будет аптечки. А нет, пускай будет пятерочка. Пятерочка аптечки. Так, окей, нужно еще пройти на второй этаж. Посмотреть, что у нас там. Это что? Это у нас свет. На второй этаж. Мне нужны патрики.
Патрики. Без патриков, конечно, мы не сможем никого убить. А второй этаж, что у нас интересного есть? Добыча. Нужно все искать, нужно все утать, конечно, смотреть. Потому что в будущем все дело пригодится. Но патриков пока что я не вижу. У нас есть бинокль. Можно сделать тоже быстренький. А четверочка, пускай бинокль. Да, карта большая. Да, карта будет интересная, я думаю. Насколько все красиво сделано. И насколько красиво сделано освещение. А какие у нас плюшки дальше будут. Будем смотреть, будем изучать. У нас время 0-0. Время сбросилось. Можно включать свет. Даже такую мелочь добавили. Это сортир, походу. Да, это сортир. В сортире должны быть аптечки, как я понимаю. Но аптечек тут нету. Кроме туалетной бумаги, тут больше ничего нету. Так, и выходим куда-то на крышу вроде. Был какой-то проход на крышу. На крышу. На крышу у нас ничего нету. Можно полезть. А найди Патрике в полицейской машине. Да, у нас есть бинокль. Можно посмотреть бинокли. Кстати, как у нас цикл дня и ночи? Будет меняться либо нет? А ближе дальше... А ближе можно делать, смотри как. Там никого нету. Там, походу, сбили робота, я вижу. Ну, что сказать сразу же. Освещение, в принципе, сделано неплохое. Скоро будет рассвет. Если, конечно, будет такой цикл дня и ночи, это будет очень приятно. Какие-то спецэффекты. Тумана, там, дождя. Это, конечно, было бы здорово. А выключаем фонарик. Аккуратненько подходим. Нужно поутать все, что мы найдем. Возьмем пистолет. Включаем фонарик. Ну, пока у нас нет патрончиков, конечно, очень тяжко. О, тут есть патрончики! А, патрончики. О, у нас есть патрики уже. Патрики есть. Это чудесно, это прекрасно. Значит, можно выживать дальше. Можно выживать уже дальше. Искать какие-то новые плюшки. Ищем плюшки. Тут ничего нету. Все двери открываются. Интересно, капот откроется. А, это у нас показано тут. Мы не нашли еще предмета, кстати. Там был один какой-то предмет, и я его не нашел. Не будем долго утаться. Я хочу посмотреть, насколько эта игра интересная. Что тут можно найти? Что тут можно скрафтить? Кого здесь можно убить? Да, главное. Это же выживалка. Тут нужно кого-то убивать. Мне хочется понять, где здесь противник? Насколько он интересный? Насколько он убиваемый или неубиваемый? Это какой-то причал. Там есть машины. Каждую тачку можно обутать. Там есть патроны, я уже понял. А двери открываются все. А это у нас только передние двери. Передние двери. В бардачке у нас ничего не открывается. Тут у нас не открывается. Пойдем посмотрим, что у нас за причал. В каждой тачке, походу, что-то должно быть. Тут у нас пусто. Ну, машина большая. Включается свет. О, смотри, сумки есть. Есть какие-то сумки. С другой стороны, можно их поутать. Можно собрать там патрики. Можно собрать там... О, сколько всего. Аптечки. Ботиночки, кстати. Ботиночки. А, можно сразу их, по идее, одеть. А, забираем все, потом посмотрим, что можно одеть и насколько это будет симпатично мне смотреться. Так, это мы берем. Снова аптечки. Смотри как. Сколько сумок? Сколько сумок, а людей нету? Куда подевались все люди? Так, есть какой-то домик. В домик мы зайдем, посмотрим, что там у нас есть. О, что-то есть. Мне нужно, конечно, новое оружие. Ну, пока мне достаточно одного пистолета. Пока мы лутаемся. Пока у нас есть какое-то еще снаряжение. А что у нас по одежде? А у нас есть команды. Бой, поддержка, техника. У нас есть... Эмоции какие-то. Танец из 80-х. У, прикольно. Сос есть. Нужно все это дело изучить, посмотреть. Вот, профиль. Можно изменить, конечно же, внешний вид. Прям в игре. А ну-ка, посмотрим. У нас есть, кажется, курточка. Да, у нас появилась курточка. Ее можно как-то изменить. Я, по идее, ее взял уже. О. Можно что-то изменить. Окейшки. С этим все понятненько. Где роботы? Где, по идее, роботы? Какие-то роботы. Я хочу посмотреть на роботов. Я хочу посмотреть, насколько они сильны. Насколько они неубиваемы. Либо убиваемы. Там какой-то у нас есть сарайчик. Пойдем посмотрим. Хотя, погоди. Нам сказали по миссии идти... О, футбольное поле. По миссии идти в полицейскую машину. Вот полицейская машина. Пойдем туда, посмотрим. Да, карта огромная. Это здорово. Карта огромная, мне нравится. Мне нравится. Мне нравится эта игра. Мне уже нравится. Если будет цикл дня и ночи, это будет здорово. Но мне кажется, солнце поднялось выше. Намного стало светлее. Так, что у нас тут? О, какая-то пометка появилась. Возможно, кто-то меня уже заметил. Это у нас робот, получается. У него есть патрики, у него есть что-то еще. Малый блок. Все, забираем.
все забрали. Сколько у нас патриков? Ух, сколько всего. У нас 30 патронов, 38. В магазине еще 8. А все забираем здесь. Идем дальше искать. Мне нужны посмотреть эти роботы. Так, есть какая-то кепочка. Это все дело заберем. А что у нас сзади? Сзади тоже что-то есть. Тут у нас много патриков. Реально, это полицейская машина. Найди и уничтожь врага. Во, есть первое задание. Есть боевое первое задание. Уничтожить врага. Ну, с этим, конечно, большим удовольствием. Да, можно контрприседать. Я уже это дело понял. А помечается какая-то пометка. И где-то кто-то рядышком находится. Смотри-ка. Смотри-ка. Где-то кто-то есть. Какой-то гаденыш. Какой-то... Я никого не вижу. Я не включаю фонарик, потому что стопудово меня запалит. Стопудово меня заметит. Я хочу пройти по стелсу. О, стоямба, стоямба. Кого-то я вижу. У нас есть бинокль, можно посмотреть, кто это такой. Из чего он сделан? Это у нас робот. Да, это робот. А какая пушка? Какой калибр у него? Сколько у него патронов? Я не знаю ни черта. Интерфейса минимум. Это мне тоже нравится. Реалистичность в игре, это на первом плане. Ну что, он уходит от меня, а я не вижу, где у него пулемет, я не вижу, сколько ног. 4 ноги, это типа собачки. Тяф-тяф, ты понимаешь, да? Тяф-тяф. Тяф-тяф. А это типа собачки, она что-то пытается. Это обычный патруль, как я понимаю. От точки А до точки Б он бегает туда-сюда, пока он стоит на месте. Можно подойти сзади, знаешь так, и... Тяф-тяф сделать. Ты понимаешь, о чем я? Сейчас подойдем сзади. Аккуратненько, по стелсу. У нас 8 патриков. Нужно сразу его вынести. Тяф-тяф. Скажи тяф-тяф. И сдохнем. Сдохнем. Ух, нормально. Бой начался. Бой закончился, то есть. Бой еще не начался, он сразу закончился. А вот такой робот. Мы прокачиваем персонажа. Убиваем больше роботов, прокачиваем персонажа. Идите по дороге, чтобы найти безопасное место. А тут есть безопасное место. А как забрать патрики? Патрики нужны. А, нажимаем Е. Есть патриков. 8 патриков. Мы высадили полную обойму. 8 патриков и забрали 8 патриков. В принципе, мы ничего не потеряли. Но, кстати, у меня 158 уже патриков есть. Это здорово. Теперь можно идти куда угодно. Ты посмотри, какая большая карта. Ты посмотри, сколько здесь домиков раскинуто по берегу. Ты посмотри, сколько здесь домиков. Обалдеть. Это какая-то гора. Это нарисовано красиво. Это, понятно, возвышенность, я понимаю. Потому что я изучал карты, я знаю. Это показано возвышенность. Это все выше и выше, каждый круг. А даже есть домик на острове, посмотри. Тут есть какой-то причал. Домики есть, они обозначены серым. Это уже, смотри, большая какая-то пристройка. Видишь, какая большая пристройка. Дальше идет еще больше. Смотри, целый город. Ух, там целый город. Окей, по карте посмотрели. Что у нас? Рассвет! Реально есть цикл дня и ночи. Это здорово, это потрясающе. Ты понимаешь, мой друг? Это реально потрясающе. Ну, идем дальше выживать, идем дальше смотреть, что тут можно поутаться. Что тут можно взять? Мы, по идее, взяли какие-то профиль. Взяли какие-то снаряжения. О, можно что-то изменить? О, кепочка. Можно изменить кепочку. Очень модная. Поменяем такую кепочку. Можно без кепки. Ну, такую оставим. А можно все дело прокачивать, все смотреть. Можно играть с друзьями. Да-да, тут есть кооперативчик. А можно сделать колечко. Да, есть кольца. Делаем кольца. Окейчики, это просто визуалка, меняется. Никакие плюшки при этом не будут. А есть враг впереди, я уже заметил. Враг впереди, но пока что его не заметил. Тут очень показано, очень удобно показывать. Да-да-да-да, я желтый. Желтый говорит, значит, он пытается меня найти. Ты понимаешь, зеленый, желтый и красный. Красный будет в бой уже идти. Я все это принимаю. Я очень быстро все это понял. Так, он идет в мою сторону, и, походу, начинается бой. Воу-воу-воу-воу, бой-бой-бой-бой. Жестко, жестко, жестко. Мне нужно понять механику игры. Смотри, как стреляет. Он стреляет очередями. В ответку. В ответку. Так, он пытается обойти меня, смотри. Я в укрытии. В ответку. Перезарядку. Да-да, пытается меня обойти. Слева, справа. Он стреляет очередями. Ух, нормально. Походу, готов. Готов. Перчик готов. Собачка тяф-тяф готова. Ху-ху, нормально.
Кто прикрывает тебя? Нет, никто не прикрывает. Забираем Патрики. Пока у нас 100% жизни, пока идет все изи. Знаешь, уровень сложности тут нету. Значит, разработчики сделали такую стабильную сложность. А поднимается солнце, смотрится просто потрясающе. Ты посмотри, реально смотрится потрясающе по графике. Какие горы, какие леса. Очень все красиво. Всю эту красотень портит роботы, которые пытаются тебя убить. Я уже понял об этом. Они патрулируют все здесь в округе. Сколько их? Там есть что-то впереди. У нас есть бинокль. Это очень хорошая плюшка. Бинокль смотреть можно увеличить. Искры идут, значит, машина перевернута, идет дым. А где эти роботы патрулируют, я даже и не знаю. По лесам, по дорогам. Нужно идти куда-то. О, я вижу церковь, кстати. Бежим туда, значит. Я вижу вроде церковь. Похоже очень на церковь. Ну да, очень похоже на церковь. А бежим туда. Забираем все плюшки тут, возле машин. Да, роботы есть. Да, пока одного вида. Нет, погоди. Забрать все. Так, играет музыка. Музыка очень приятная. Освещение приятное. Тени тоже приятные. Все приятно. Конечно, все максимально строечки. Все реально чудесно, прекрасно. У нас есть какие-то записки. Можно почитать. Тут у нас Патриков нету, к сожалению. А есть какие-то записки. В записках, наверное, что-то показывается. Да, можно их читать, и что-то показывается. А у нас есть рассвет. У нас есть охотник. Письмо найдено в машине. Адресовано охотнику. Он оставил охотничье снаряжение в своем домике. А где находится этот домик? Черт его знает. Но будем изучать, будем бегать. В принципе, знаете, тут домиков не так уж и много. А впереди вижу пару сараев, типа сараев впереди. Да, это похоже на церковь. Так, мы забрали уже. Тут у нас больше ничего не осталось. Ну, знаете, можно пойти в любое место. В любое место можно пойти... Изучать этот мир, насколько он агрессив, насколько он убиваемый. Ну, открывайся. Открывайся, машинка. Так, у нас есть Патрики. Обычная машинка, а там есть Патрики. Это нормально. Выживалка. Так, сверху можно открыть? Сверху что-то можно открыть? Сверху нельзя. А, идем. Куда идем? Идем к церкви. Идем к церкви. Я думаю, там будет много роботов. Я хочу посмотреть другие роботы. Насколько они сложные. Как интересно с ними сражаться. О-о-о, назад. А я и пока никого не вижу. Но меня кто-то уже спалил. Так, где-то в той стороне. Определялось. Так, я никого не вижу. Можно отдалить маленько. Можно приблизить. А, вижу робота. Вижу робота, да. Смотрит в мою сторону. Можно подойти поближе. Можно присесть аккуратненько. Мне нужна новая винтовка. Мне нужен какой-то дробовик, автомат. Снайперскую винтовку. Это вообще было топ взять бы. Но пока же этого нету. Да, исследует церковь. Смотри-ка, подошли к церкви, у нас появилась задача. Это убежище. Церковь. Написали. Слушай, он палит просто на меня. Он реально палит. Там еще где-то справа есть. О, там еще справа есть. Очуметь. Помните, ближний бой далеко не всегда лучший вариант. А... Погоди. Справа. Справа и слева. Они стоят на месте. Печки, тявь, уходите отсюда. А, оббежим вокруг. Все, желтый, он пытается меня найти. Но пока не бой, пока все нормально. Интересно, это бочка взрывается? Так, походу он меня заметил. Так, обойдем сзади. Аккуратненько обойдем. Очень медленно. Очень по стелсу. Тяв, обошел меня сзади. Смотри, они реально... Умеют играть, они умеют выживать, они умеют добывать свою добычу. Тяв-тяв бегает, меня ищет. Он меня ищет. Тут два песика. Два песика уже будет сложнее, конечно. Слушай, он бегает туда-сюда. У него четыре лапы, ты понимаешь? У меня две лапы, и то я на корточках. Гуськом передвигаюсь. Так, выходим на позицию, на боевую позицию выходим и гасим в спину. Да, вижу тяв-тяв. Он, по идее, уходит, но отметка показывается. Так, тяв-тяв, я пошел за ним, я пошел по стелсу. Я уже понял, что можно 8 Патриков пустить в него, и он сдохнет. А знаешь, можно быстренько добежать, он очень быстро уходит. Возможно, остановится. О, два робота против меня. Нет, я не готов к этому. Я не готов, там открытое пространство. Здесь проблема в этой игре, тут нету укрытий толком. О, бой начался! Очуметь, начался бой. Окейшки.
Нет, они меня потеряли снова. Вновь. Ух. Мне страшно. У меня пока нет броника. Вон один, тяв-тяв бегает. Другой где-то с другой стороны. Сейчас примем бой. Сейчас будет бой, друг мой. Потерпи, потерпи. Ты пока напиши, как твои дела. Что у тебя новенькое произошло? Потому что здесь... Фух, да, готов. Сзади, сзади, сзади или спереди. Где-то кто-то еще есть. Второй. Второй, тяв-тяв. Ух, вот это да, вынесли что ли? Нет, живой. Он живой. Все в порядке, можно встать. Можно встать. Уходим, уходим. Обалдеть, вплотную стене реально сложно. Ух, готов. Обалдеть. Он реально сдох, что ли? А кто-то есть еще. Да, кто-то еще пытается меня найти. Желтенько горит. Так, слушайте, смотрите. Появился туман. Обалдеть, появился туман. Значит, есть какие-то спецэффекты. Погодные условия есть. Там желтый горит. Пытается меня... Вижу, вижу, вижу. Бежит. Бежит ко мне. Да, вплотную к нему лучше не подходить. Мне нужна аптечка. Мне нужна срочно аптечка. Так, нужно полутаться. Так, давай-ка еще разок. Давай еще разок. Было 100% хп, мне вынесли сразу на изи. Очуметь, это реально сложно. Это было сложно, ближний бой. Это не мое. А, есть уже два трупика. Так он пытается меня еще найти. Собирай, Патрики, Патрики, собирай. Я вижу, он поднимается на холмик. А, он бежит сюда или не сюда? Да, сюда бежит. Делаем ему западню. Третий, тяф-тяф. Сейчас мы его убьем. Велик. Он стоял вроде тута. Так, он подходит. Он подходит, я подхожу сзади. И его уничтожу. Ну, тяв-тяв, подходи. Он стоит. Он нюхает, понимаешь? Он нюхает свою добычу. Он пытается найти. О, идет ко мне. Идет ко мне, и, конечно же, нужно... Ух, вот так нужно. Среднюю держать дистанцию. Нормально. Слушай, еще один, что ли? Ну, я пошел в бой. Четвертый. Четвертый тяв-тяв где-то рядышком со мной. Вот он бежит. Ух, начинается, начинается потеха. Сейчас будем бегать. Я хочу посмотреть механику. Насколько сложно, знаете, в бою. Воу-воу-воу-воу, там двое еще. Там еще два песика, два песика. Дерево, дерево. Нужно сделать укрытие с помощью дерева. Так, справа, слева. Да, ну уже понял, что дерево хорошо укрытие. Можно отсидеться. Но дистанция слишком далеко и нужно выносить его. Так, он меняет позицию. Он постоянно меняет позицию, их двое. Так, погоди, погоди, погоди. Справа, слева, справа, слева. Не пойму, где он. Большая дистанция, очень большая дистанция. Ух, вот это да. Это что было? Я живой. Он меня сбил с ног. Готов, готов. Ух, обалдеть. Он меня сбил с ног. Бегом, бегом, там есть еще. А Патрики пока что есть. 114 Патрик. Где? Где еще песик? Песики меня зажали. Песики меня реально зажали. Я тут... Во-во, пытается. Пытается вручную. Походу, кончились Патрики у него. Он пытается меня уже вручную. Сбивает с ног. Так, сзади. Сзади пошел. Песик. Тяп-тяп. А ты что не убиваешься? Ты почему не убиваешься? О, готов. У него, походу, кончились Патрики. Там есть еще. Ух, сколько их тут, обалдеть. Я только зашел в игру, а Патрики были. А забираем у всех Патрики. Обалдеть, обалдеть. Мне нравится эта игра. Мой друг, если тебе тоже нравится, пиши в комментарии. Прямо сейчас же ставь лайк. Не забудь про колокольчик, и ты будешь первый знать, когда выйдет этот ролик. Когда выйдет новый ролик. А где был еще один? Сверху был, вот он. Вот еще был сверху один. Тебя тоже забираем. Это интересно изучать. Появился туман. Вроде был рассвет, появился какой-то туман. Это, конечно, прикольно. А, все, собрали везде, пойдем дальше. Пойдем к церкви, я хочу зайти в церковь. Насколько будет сложно зайти туда, я не знаю. Я еще не дошел до нее. У нас есть бинокль, можно изучить. Можно посмотреть, насколько там будет много лута. Хочу посмотреть все-таки. Дойти до нее, посмотреть. Мне нужно новое оружие, мне нужен дробовик какой-то. Дробовик какой-то мне нужен, обязательно. Так, где они? Где они? Они, по идее, должны быть, потому что церковь довольно большая. Тут есть. Тут есть кто-то точно должен быть. А кто там слева? Кто там слева? Так, справа, слева. Не вижу никого.
Очень... О, вижу, вижу, справа. Вижу справа одного. Одного песика вижу. Тяф-тяф, я вижу. Так, можно обойти, по идее. Можно обойти его. Справа. Погоди, погоди, там три песика. Там три песика! Очуметь! Там три песика! Три песика там! Так, нужно обойти, меня уже заметили. Нет, пока еще беленькая, значит, меня не заметили. Нужно аккуратно подойти поближе. Три песика, и нужно держать среднюю дистанцию. Так, заметили. Заметили меня. Пытаются найти меня теперь. А я очень быстро передвигается. Я уже понял, что очень быстро передвигается. Так, сзади, сзади, сзади. Ну, песики, ну, теп-теп, держитесь. Возраст меня. Ох, да! Кончик! Ох, что это было? Я живой, меня сбили. Вставай, вставай скорей. Быстро хилку, у нас есть аптечка, реально. Песики топовые, песики сложные. Справа, слева. Где? 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 Где прессует меня? Не вижу. Начался бой. Ух, вот это да! Вот это да! Вставай, вставай, бро! Во-в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 о! Минус один. Да, ближний бой не для меня, я уже понял. Средняя дистанция, потому что у Патриков, у пистолета. На большой дистанции не очень хорошо будет. Поточник. О! Хилка. Нужна хилка. Срочно, срочно. Еще хилочка нужна. Кончились патрики. Так, идем сверху. Идем сверху и просто... О, там и сразу двое! Кончились, кончились. Быстро наверх. Жарко. Очень жарко здесь. Реально жарко бывает. Будет еще жарче, наверное. Обошли сзади. Ну что, не нравится тебе, засранец ты? Так, уходим в сторону. Они пытаются меня сбить с ног. Это я все понял. Это ближний бой их не такой. Минус один. Очуметь. Меня просто реально казнили. Не понимаю, что с точностью. Не понимаю, в чем проблема. Так, где? Где он? Воу-воу-воу-воу-воу! Успел. Ух, нормально. Три. Три песика тяф-тяф мы уничтожили. Очуметь, слушайте. Ху-ху. Довольно было сложно. Довольно было неприятно, когда за тебя сбивает с ног, ты не понимаешь, где он находится. После этого патрики все забирают, все сдохли рядышком. Да, по стелсу не получается. Что ж поделать-то? Не получается по стелсу. Так, заходим в церковь. А тут есть у нас добыча 14. Оружие одно, предмета, задание есть. Есть одно задание какое-то. А заходим вовнутрь, смотрим, что интересного тут есть. Вроде песиков больше я не вижу. А, быстренько забегаем, наверное, туда, утаимся. Мне нужны аптечки. Аптечки уже кончаются у меня. Мне нужны патрики. Мне нужны патрики. У нас большая разновидность патриков, я вижу. Будет много оружия всякого. Так что, друг, спускайся вниз в комментарии и пиши, писать мне дальше прохождение этой игры или нет. Будем выживать против роботов. А есть записки. Заберем записки. Можно их почитать. Можно почитать что-то. А... Тут есть какой-то тайник. Окейшки. Все посмотрим, все поутаем, все заберем. Обязательно. Есть какие-то перчаточки. Можно их одеть, снарядить. Дверь мы, конечно, закроем. Дверь закрывайся. Дверь закройся, чтобы меня никто не видел, кто меня не смог сзади подойти, отстрелять. Это у нас церковь. Да, тут есть много разных плюш. Тут есть разные патрики. Есть. Так, можно встать уже. Можно встать смело. Сумков здесь... сумков здесь много. Есть какой-то приемник. Взяли. Так, взяли желтую курточку. Вещей много. Где все люди? Вот в чем вопрос. Где все люди? Людей я не вижу. Никого абсолютно. Есть какие-то подушечки здесь. Есть какая-то еда здесь. Можно все собрать.
Можно поутаться здесь, потом выйти уже, посмотреть, куда нам дальше идти. Мы уже пришли, походу, церкви. Ну-ка, посмотрим. А, да, это церковь. Она уже определилась. Она уже показывается, что это церковь. Дальше будет какой-то город. Ну, мини-город какой-то. Там будет еще тоже построек. Построек еще будет много, мой друг. Тут будет еще много. А время можно повыживать. Посмотреть, какие тут будут роботы. Какие здесь плюшки будут. И, конечно, какое оружие. Так, подушки. Что у нас тут? Есть карта какая-то. Есть карта, можно ее почитать, что-то посмотреть. Подробнее. Давай почитаем подробнее. Надпись на доске. Мы пошли в ферму, чтобы встретиться. А, окейшки. Мы тоже пойдем в ферму, потому что мы нашли какое-то задание. Убежище. Новый уровень. Мы прокачались. Мы все дело можно прокачиваться. У нас есть интересные плюшки. Навыки. И можно, конечно, прокачаться. Скорость перезарядки. Прицеливание. Вот перезарядку сделать гораздо быстрее. А можно купить. Покупаю, конечно. А стрельба на бегу. Можно тоже купить. Ну, чуть позже, конечно. Не хватает больше навыков нам. Интересно выживать. Конечно, очень интересно. Что у нас есть сверху? Потому что это церковь. Что должно быть сверху, тоже интересно. Есть какой-то приемник. Все это дело забираем. Пока у нас есть местечко. Пока у нас есть местечко. Вон там колокол находится. Там, наверное, вид открывается просто прекрасный. А, доза адреналина. Все нужно это дело использовать в бою. Погоди. Смотри, дробовичок. У нас появилось новое оружие. И тут, наверное, патрики. Да, тут есть патрики. К дробовику. Сколько у нас патриков на дробовичок? 60, сколько? 7, всего лишь 7. Как заряжать? О, можно так, по идее, заряжать, да? Да, у нас есть. У нас есть дробовичок. Туман прошел, кстати. Листва падает, все прекрасно. Найди ферму, у нас новая задача — пойти к ферме. Друзья, будем заканчивать на этой серии уже. Будем дальше изучать в следующей серии. Если ты поставишь лайк, если напишешь комментарий, да, продолжай, спикер. И будем дальше выживать в этой выживалке. Мы еще поутаемся тут, а посмотрим, что тут есть интересное. Потому что здесь можно еще спуститься куда-то ниже. Это просто спуск вниз. Это просто спуск вниз. Пиши в комментарии. Спасибо, что посмотрел до конца. Здесь много радиоприемников. Я уже третий взял, по идее. Можно их использовать как приманку, я думаю. Будем изучать этот мир уже во второй части. Спасибо, что посмотрел, поставил лайк. И, конечно, до новых встреч. До новых дней выживалки. С вами был Спикер. Всем пока.